Всем привет, дорогие друзья! И мы с вами на выставке цветов, которая проводится сегодня, 25 марта, в Краснодаре, в ДК ЖД. Дом культуры железнодорожников. На всякий случай скажу, вдруг вы на следующую выставку соберетесь, потому что дата следующей выставки тоже известна. Это 29 апреля. Да, апреля же? Да, 29 апреля. Так вот, адрес: улица Привокзальная, 1, Дом культуры железнодорожников. А сейчас показываю вам красивые фиалки Марины Тотиевой. И название красивое, мы с вами уже давно говорили, что и название фиалки очень красивое. Подробно не останавливаюсь, прохожу сегодня выставку побыстрее, потому что участников много. И я вам, ну и так слишком подробно все время снимаю. Поэтому сегодня у меня полувыходной. Зимние каникулы, фиалочка. Сказочные георгины. 100 рублей листик. Ну, мы уже говорили, что если продаются листики, то цена листика написана. Если продается розетка, то цена розетки. Здесь, я так понимаю, что продаются листики. Дикий гранат. Чернильное сердце. Джордана. Марина, а визиточка есть? Джордана. В продаже только лист. А, ну вот, сейчас мы спросим у Марины, если там есть уточнение, в продаже только лист, то, наверное, можно и розеточку купить. Сейчас спросим. Лавандовые розы, какая прелесть. Гром и молнии. Вот этот кустик всегда, вот именно эта расцветка, она всегда очень интересно оформляется. И как бы у каждого коллекционера по-своему. Ага. А, ну, тут будет видно, да. Да. Марин, а целые кустики продаются? Да, целые тоже. Только там, где уточнение, да? Ну, да. Листики. То есть, а сколько стоит кустик, допустим? Ну, 450, 500, ага. Что-то 600, в зависимости, да, от сорта. Понятно. Вот, слышали? То есть, кустики тоже продаются в зависимости от сорта. 450, 500, 600 есть сорта. Вот так вот уточнение. То есть, если есть детки, то написано, что есть детки. Посмотрите. Детка такая симпатичная. И вот контакты Марины Тотиевой. Ну, кстати, Марина Тотиева не только в Краснодаре, она еще и в Москву приезжает со своими фиалочками, поэтому можно узнавать и договариваться, где вы сможете купить такие красивейшие, прекраснейшие фиалочки. Золото нибелунгов. Нибелунгов, неправильно произнесла. Моя любовь. Смотрите, какая любовь. Огромная, пылкая, страстная, с такой каемочкой. Фантастическая элегантность. Небесное создание. Следующая фиалочка. Лучший подарок. Зимняя ладога. Красота, посмотрите. То есть просвечивает кое-где водичка и покрыта снегом ладога, как будто бы. Чистый изумруд. Ну, что тут скажешь, действительно чистый изумруд. Крем-брюле, огромный цветок. А сейчас покажу вам букет роз. Ну, это просто вообще произведение искусства, не могла оторваться. А посмотрите, какая валюшка. Сорт валюшка. Хрустальный водопад. Рожденная звездой. Ватермелон Сноу. Прекрасная, прекрасная Арабелла. Марципан.
Стефания. Хотела показать пару-тройку фиалочек, а получается прошла почти по всем Марининым фиалкам, потому что ну, настолько они красивые. Сейчас еще Серафиму покажу. Серафима. И рядышком дискотека. Посмотрите, какие миленькие, пестренькие розеточки. Красный тюльпан Gold. Такое, мне кажется, прямо-таки разнообразие сортов, что даже если не увлекаешься фиалками, очень легко купить фиалку, потому что настолько красивые, настолько необычные расцветки, настолько крупные цветы, просто прелесть. Это было рабочее место Марины Тутеевой. Так, у Тани тут уже нечего снимать сегодня все. Тани не было на прошлой выставке по уважительным причинам, поэтому ее покупатели вот сегодня не оставили без внимания рабочее место Тани. У Тани есть страничка в Одноклассниках, Татьяна, комнатные цветы. И вот здесь мы что можем посмотреть у Тани? Вот такие петрокосмеи. Клеродендрумы. Клеродендрум музыкальные нотки и клеродендрум фейерверк. А стоят они? 400 и 350. 350 и 400. Болтается моя. Ой, а почему? А сколько стоит такая фуксия, Тань? 350. 350 стоит вот такая красивая фуксия, пестролистная. И почему-то сегодня ее не купили. Но она такая нежная, невесомая, прямо воздушное создание. Наверное, показалось людям, что слишком она воздушная. А так она очень красивая. Крупные листья, розовая жилка по листу. Ну, посмотрите, какая прелесть. И рядышком еще одна фуксия, которая цветет такими интересными кисточками. А такая-то... 200. 200 рублей такая. У Тани много было бегоний, сейчас уже осталось совсем чуть-чуть. Причем это и декоративно-лиственные бегонии, и бегонии, которые можно использовать для летнего озеленения балконов, то есть ампельные, цветущие. Ну и цены скажи нам тоже. Ампельные. Эти по 300. По 300 рублей большие кусты ампельные, декоративно-лиственные. 350, а малыши? 200. Малыши 200. Малыши всегда, вот они такие хорошенькие, прихорошенькие. Они такие маленькие, но яркие, и прямо корешочки пересаживаешь, и сразу начинают расти. Красота. Ну и кроме этого, вот здесь целый подносик был декоративно-лиственных бегоний. Они сейчас... Некоторые сорта остались. Помогло, да? Это как типа жених и невеста, да? Да. Здесь подписаны цены, сейчас мы посмотрим. Она только белая, да? Здесь только белая осталась. А, не вижу цену. Цены нет. Ну вот вижу 350 псевдолюберти. Вот это серотипетала. Сейчас посмотрим. Тоже 350 серотипетала. Вот такая... С резным листиком, и еще и крапинки розовые идут по листу, и, ну и цена сейчас поменьше стала. Вот это Таниная реклама, а вот рядом продается детка. 29-го приезжайте, привезу. Только с утра приходите. Вот такая. А бутилончик пестрый. Телефон с вас. Кроме этого еще вот такие. Вот мини-абутилон, то есть такой высокорослый сорт, а это мини-сорт. И вот такой, как-то он был, часто мелькал в показах и назывался тигровый глаз, не знаю, как сейчас называется. Таня сейчас занята с покупателем. Компанула. Пестрые миртики. Ну, мирты были по 200-250. Не вижу цены сейчас. Еще есть кариса. Сейчас обойдем. Хоечек вообще не осталось, можно сказать.
Вот такой интересный листик. 300 рублей. Вот такая интересная хоя. Красивенькая. И вот с розовыми цветочками. Вот такая хоя. Я смотрю, что по Натаниной страничке, что у нее появляется много бугенвилей. Сейчас покажу бугенвилию. Тоже появился подносик с бугенвилиями. Это кариса маригатная. А кариса сколько, Тань? 250. 250 стоит кариса. А бугенвилии? 250 и 300. 250. Цвет. Красные они там все. Все красные. А одно, нет, вот это розовая. Это пинкинессия розовая. Там все под 150 немножко. Красная, говорит, розовая. Да, пинкинессия розовая. Розовая. Там муж у меня, как всегда, на хозяйстве остался. Вот они, бугенвилии. И палисцессы, вот они всегда шикарные. А такой большой сколько, Таня? 350. 350. Вот такие уже большие кусты. Хоя мультифлора огромная. Нет, это локки. Локки. Тоже вертикальная, но не мультифлора, а локки. И вот тоже одно из Таниных увлечений. Это красиво цветущие гибискусы. У них огромные, просто большие-большие цветы, огромнейшие. Это Таня. Ну, контакты Тани есть. То есть, если кому-то интересно, можно зайти на страничку Тани. Там альбомы с фотографиями, называется в Одноклассниках страница «Татьяна. Комнатные цветы». А можете спрашивать телефон. Телефон тоже напишем. А следующее рабочее место нашей Людмилы Сацюковой. И здесь у нас продаются сегодня и адениумы, но тоже их мало осталось, и семена адениумов. 100 рублей 10 штук. То есть, кто хочет сеять, пожалуйста, сеем. Глоксинии по 400 рублей. Большие, огромнейшие кусты и огромнейшие цветы. Ну и фиалочки прямо заметно уменьшились, полянки фиалок. Мне кажется, что у фиалки любой цветок смотрится привлекательно. Вот вам, пожалуйста, не махровый цветок, но такая звездочка, которая в центре как бы нарисована. Очень ярко выделяется на фиолетовом фоне. У меня, я так думаю, аллергия уже на такое скопление. В одном, на один квадратный метр у нас тут миллион цветов и людей, поэтому у меня уже начинается аллергия. Так что мое самочувствие вызвано не простудой, а аллергией. Такое, что говорю, как слон в нос. Прошу прощения, если звучит звук тихо. Я уже говорила и неоднократно объясняла, что... Конечно, мой телефон не из современных телефонов, поэтому он у меня не видит микрофон. И, соответственно, микрофоном я пользоваться не могу. Насколько у вас слышно, что я говорю, скажите. Кто как приспосабливается. Кто-то, наверное, просто смотрит. Поэтому, кстати, я стараюсь показывать и цены тоже. Когда я беру растения, то я стараюсь вам и название показать, и цену. Потому что если меня плохо слышно, то хотя бы, чтобы вы смогли увидеть, сколько что стоит и как выглядит. Это многочисленные детки. Деток у нас всегда очень много, и они в хорошем размере. Ну, они просто готовые растения. То есть их можно сразу высаживать в горшочек побольше, и они, я так думаю, что начнут сразу же цвести. Танзанит. Посмотрите, какая красивая, какое красивое букетное цветение. Дон Педро. Посмотрите, какой красивый. Красивая расцветка какая. Кстати, я не сказала, предыдущее место Людмила Сацюкова. Это место у нас Елена Гемиджиева. И получается, у девочек есть страницы в соцсетях.
А в каких соцсетях? Лен, где твоя страничка? Люди, я видела в Одноклассниках, ВКонтакте, да. Инстаграм, ВКонтакте, все. Одноклассники, да. Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте, есть странички наших фиалочниц. Князь Гвидон, посмотрите, какой роскошный букет. А рядышком Еремей. Сицилия. Альбукерке. Ну, альба, от слова альба, потому что, наверное, листики. Вот рыженькая вот там. Предпоследнее место. И вот, да, листики, детки. Цены самые разные, но все приемлемые. То есть, начиная от 60 рублей и заканчивая... Ну, в данном случае, тут 250, я вижу, такая самая большая цена. Хотя, если листы или детки от новых сортов, то они могут стоить и 400 рублей. Но на настоящий момент я не вижу фиалок, которые бы стоили 400 рублей. Я имею в виду листик или детку. А вот здесь глоксинии тоже уже укорененные. Посмотрите, кстати, как девочки укореняют, что... Вот тут я пока не вижу корешков, но листик, когда мы покупаем в зип-пакете, то дальше он может так и оставаться. Можно его подвесить вот так. И там будет листик давать корешок. Такая мини-тепличка подвесная, которую можно повесить, можно поставить, можно еще как-то удобно расположить, чтобы листик находился, не подпревал в подвешенном состоянии, и все будет нормально. У нас сегодня Даша привезла аглоанемки, но тут уже немного их уже осталось, вот такая красивенькая, без подписи сорта. А Даша, сколько стоит такая аглоанемка? 1000. 1000 рублей всего стоит, посмотрите. Ну, удивляюсь, что ее не купили, потому что шикарная просто детка. 150 желтый и пестролистый, тоже желтый. Нет. Дальше у нас рагозум. Вижу филодендрон рагозум. Без подписи цены, к сожалению. Сейчас, где цена есть, я буду называть. Не оранжевый, мне желтенький. Клеродендрум 250. Пестролистный клеродендрум. А вот какой закрученный листик, это такой у нас полисцеас, 350 рублей, кудрявый полисцеас. Сейчас что-то резное, интересное. Так вот, точно не затерялась. Мурая черноплодная, я думаю, что это такое за листики такие миленькие, это черноплодная мурая. А вот рядышком это декоративная картошка, я так понимаю, да? Есть куда? Да, паслен варигатный, 150 рублей. Листики у паслена потом такой интересной формы становятся, то есть они не остаются такие маленькими, они похожи такие на дубовые такие листики. А цена там была высвечена, да, 150 рублей. То есть у Даши маленькие растения, но, соответственно, мы говорили, и цена небольшая. Вот такая красивая кисличка. Опять у меня слово «красивое», но, как правильно кто-то написал из моих зрителей, что, ну, если красивый, то красивый. Что тут еще сказать? А калифа 150. А калифы сейчас появились самые разные. У девочек они отлично получаются, поэтому можно их рекомендовать. Под старину. Так, тут у Даши кротончики. Кстати, вот кротончики часто у нас ищут. Вот, пожалуйста, небольшие кротоны. Стоят они, сейчас скажем, сколько? 500 рублей. То есть они не дешевенькие. А сейчас с узким листиком посмотрим кротон. 200 рублей с узким листиком. Много цветущих растений, много бальзаминов самых разных. Сегодня вот с лимонной пестротой, с белой пестротой, с зелеными листиками, но
с махровыми цветочками, дальше желтый необычный бальзамин. Самые разные. Самые разные. Красивые бальзаминчики, которые сейчас для двора просто, ну, просто трудно переоценить. Они все будут цвести шапками. У Даши всегда есть пеларгония, укорененный такой череночек в маленьком горшочке с подписью сорта. Например, вот вижу. Видите, у него узкие такие длинные. Вот такой сорт. Есть как у душистой пеларгонии листики, есть. Ну, похоже на тюльпановидную, но, наверное, Эдвардс. Не знаю такой сорт. Я же мало вообще сортов знаю. У меня подписаны по сортам только тюльпановидные, поэтому у Даши смотрю и думаю, вот молодец, сорта подписаны. Дальше подносик с колиусами. А колиусы сколько, Даша? По 50. Колиусы по 50 и подносик с маленькими декабристиками. Да, эти все тоже по 50. 50, да? Да. По 50 рублей шлюмбергеры. Неизвестно, что попадется. По 50 колиусы, по 50 шлюмбергеры, но название сорта, в смысле расцветки, не подписано. И вот тут целый такой ящичек. Красиво, пластиковый, конечно, фикусов. Вот он сейчас в рост активно пойдет и зацветет быстро. И видно, что они разные у вас. У вас вот тот будет худенький какой-то, ну и худенькие у него эти. Но это не одинаково. Нет, не одинаково. Я вижу, что на этом мы первую часть сорта закончим, а но вот мы еще не остановились. Мы сейчас пройдем и дальше тоже. Да? Так что не уходите далеко. Даже вот такого